Настоящий праздник царил в уютном ресторане парка отдыха X-Land по случаю 45-летия крупнейшего в Дмитровском районе и Московской области сельскохозяйственного предприятия «Закрытое акционерное общество Куликово». Оно было основано в далеком 1969 году и за эти годы превратилось из небольшого поминного предприятия в крупнейшего поставщика овощной продукции на московский рынок. Сегодня Куликово работает с крупнейшими сетевыми ритейлерами и имеет собственную торговую марку под названием «Куликово поле». За последние несколько лет председателю Совета директоров Сергею Рустамову удалось привлечь к сотрудничеству зарубежных партнеров из Германии, Великобритании, Голландии, Израиля, Египта, Южной Африки. Празднование юбилея предприятия началось с выступления Сергея Арустамова. После тяжелого трудового года наконец-то мы можем расслабиться и с большим удовольствием и хорошим самочувствием встретить это 45-летие нашего предприятия, в котором присутствует много уважаемых людей, наших друзей, наших кураторов из администрации. И сегодня будет очень много поздравлений, будут упомянуты все наши лучшие люди хозяйства, не боясь этого слова, герои труда. К словам поздравлений присоединилась заместитель главы Дмитровского района Ольга Долгова. Она рассказала о достигнутых в этом году успехах предприятия. Более 60 тысяч тонн овощей и картофеля вырастили работники закрытого акционерного общества «Куликово». В селе создана мощная база хранения и переработки овощной продукции. Закуплена новейшая техника. Председатель Совета директоров Сергей Рустамов вручил благодарственные письма и грамоты Министерства сельского хозяйства России и Московской области лучшим работникам предприятия. Владимиру Малькову, Александру Ведерникову, Ивану Ильину, Елене Азаровой, Ларисе Евтеевой, Роману Воробьеву, Павлу Андрееву и другим. Заместитель главы района Ольга Долгова отметила лучших благодарственными письмами главы Дмитровского района Владимира Борисова, Елену Ионову, Ивана Федотова, Александра Азарова и других. Не забыл поздравить с юбилеем и глава сельского поселения Куликовское Николай Елесин. Он отметил, что за последние годы в Московской области ликвидированы десятки сельхозпредприятий, сокращено поголовье крупного рогатого скота. Отрадно, что в тяжелейших экономических условиях пойменные предприятия добиваются таких высоких производственных показателей. Николай Елесин вручил грамоты поселения Валентине Зотовой, Марии Гурьевой, Анатолию Качанову, Евгению Романову, Алексею Борисову, Николаю Кириллову. В числе награжденных механизатор закрытого акционерного общества «Куликово», заслуженный работник сельского хозяйства России Виктор Гришин. За безупречный долголетний труд он награжден орденом Трудового Красного Знамени, Ленинской юбилейной медалью.